Всем привет, Виги снова с вами. Ну что ж, это новая передачка «Как залезть под текстуры». Я заметил, сейчас все очень в активном темпе начинают в интернет загружать, как куда залезть. Ну что ж, я в принципе любитель еще тот полазить под текстурами, и давайте вам покажу то, что я знаю. Ну а самое ближайшее у нас находится прямо здесь, в Штормграде. Это очень легко делается. Взлетаем на маунта. Я думаю, может кто-то знает. В принципе, я такие... места, которые просто уже все облазить, показывать не буду. Буду показывать те, которые, возможно, мало кто-то знает. Итак, самое легкое, это просто подойти вот сюда. Краюшек, выпить эликсирчик. Или в данном случае, как у меня, врагуский рог для увеличения. Это очень легко. Затем просто выходим из мира. В Штормграде очень быстро выходит. И сразу же заходим. Это легко. Оп, зайти. Да, загрузка теперь у меня долгая, я с SSD перенес свой Warcraft на обычный диск и грузим долго. Ну что ж, вот наша башка уже залезла по текстуру, жмем пробел, и мы уже провалились. Тут без особого труда можно куда-то залезть. Собственно говоря, здесь можно поковыряться по текстурам или залезть в банк. Либо сюда, либо сюда. Но поскольку я воин, то я могу сюда залезть и... героическим прыжком. Как-то вот так. Так же, собственно говоря, и вылезти назад. Так, следующее, что нам надо, это маг. Ну, маги тут есть вот дуэлица. Поэтому мы просто просим его, приглашаем в пати. Главное, чтобы у него был двухместный маунт. И говорим: маг, иди пошли, кое-что сейчас тебе покажем. Итак, наш маг в пати. Сейчас он ко мне должен сесть. Садись, я перед тобой. Отлично. Полетели. Самое главное, чтобы он был с нашего сервера. Так, тут прогрузочка и летим дальше. А долететь там далеко, в принципе, не надо. Вот наше место. Подходим. Нужно, чтобы он встал у меня и портанулся вперед. Вот и все. Теперь нужно, чтобы он сел на двухместного маунта, а я сяду на него. Сейчас он подойдет. Это что поближе подошел. Ближе. Вот мы и сели. Отлично. Вот мы и под текстурами. И здесь можно летать где угодно. Вот можете посмотреть, какой Штормград со стороны. Какой у нас тут охренительный забор. И все остальное. Думаю, вам будет это интересно. Самое главное, ребята, не надо тут летать. Потому что если попасть, полететь туда вперед, там, где дуэлянты, вы попадете в кросс-серверную зону и вас выкинет сервер. И, скорее всего, когда вы зайдете назад, вы уже будете без маунта и вас просто будете падать вниз, 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 вниз и так до бесконечности. Так, ну что же, это маг теперь знает, как туда попадать. Ему, думаю, интересно. Мы полетаем под Штормградом. Думаю, будет интересно. Так. Вон наша великая вода. И вот, как я обещал, нас здесь сканула сервера. Кто-то что-то мне написал, но я ни хренашеньки не успел. Так, логин и пароль я, конечно же, скрою, а нихер вам его знать. Все равно наварить 150 тысяч золота и прочей фигни ничего нет, поэтому даже взламывать его бесполезно. Так, и я так и на маунте, мне везет. Давайте поаккуратнее взлетим, потому что я особо налетался уже под текстурами. Аккуратненько взлетаем. Я даже не знаю, где сейчас попаду. Ха! Почти подлетел и меня выкинуло. И спустя 15 перезаходов я так и все же вылетел из этих гребаных текстур. Поэтому я повторяю еще раз, лучше там не летать. У меня есть очень древняя запись с катаклизма, где мы с моим другом еще только тогда начинали изведывать новые места. И тогда еще никаких кросс-серверных зон не было, поэтому я мог летать где угодно и как угодно. Ну что ж, вот можете посмотреть пока это видео и узнать, как там изнутри. Я, кстати, не только благодаря этому улетел из Штормграда, но и полетел к той большой Черной горе и поплавал в лаве. Достаточно интересно было. Ну и благодаря этому, конечно, можно попасть вообще в абсолютно любое место, в том числе и на ГМ остров. Но это уже делается в Агримаре, рядом с Агримаром. Но, к сожалению, этого места уже нет и показывать нечего. Пока можно смотреть только сюда. Следующее, что вы хотели давно узнать, это, возможно, аренщики. Вас поинтересует арена Деварана. Так вот,
Много кто знает во время того шторма, когда всех выкидывают из, так скажем, начальных мест ветерком таким легким. Вместе с вами иногда бывает летит крокодил некий. Так вот, этого крокодила можно найти и в Дране. Для этого нам нужно подлететь сюда, как вы уже видите, и сразу вот сюда вниз ныряем по текстуре. Нужно здесь тоже быть аккуратным, потому что с этим долбанным фазированием просто весь мозг уже вывело мне этот Warcraft с этими выкидываниями. И аккуратненько спускаемся ниже. Вот наш крокодильчик. К сожалению, его убить нельзя. И выйти отсюда тоже. Вообще какое-то место скрытое, то есть его никто не увидит, кроме того, как попасть по текстуре и его вот так узнать. Ну что ж, подыхаем. Вылезти отсюда больше и никак. Тут же, как вы могли заметить, у Орды есть некая канализация. Вон там вон вроде бы кто-то сидит, но я так и не разглядел, потому что меня выкидывает, я не за Орду играю. Ну, не, без вариантов, летим опять на то же самое место, залазим и пытаемся туда попасть. Вот мы и попали. Ну что ж, видим, некая старушка Undead и что-то продает, но купить у нее, к сожалению, ничего нельзя. Ну что ж, останусь я, пожалуй, с ней. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Я вам показал небольшой кусочек из того, что я знаю. Но всего по чуть-чуть, как говорится. Следующие места я вам, конечно же, покажу в следующей серии. Поэтому подписываемся на канал, чтобы побыстрее вышло, ставим побольше лайков. А с вами был Виги. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего, ребята. Всем пока.